28 ноября, Одесса, понедельник. Тяжелый понедельник, потому что света больше не стало. Вот это вот одна из немногих освещенных улиц в Одессе в такую погоду. Ну, копы работают, кого-то поймали за что-то. А в целом ситуация спокойная, стабильная, но без света такие тяжеловато. Но мы помним, что страна генераторов сильнее страны дегенератов. Вы знаете, о ком я, правильно? Сегодня была попытка запустить электротранспорт. Утром он немножко поработал, а потом опять встал на прикол, потому что не хватает, дефицит электроэнергии в стране. Из-за, вы сами знаете, из-за кого? Из-за дебилов, которые живут там где-то на севере. То есть повезло нам с таким долбанутым соседом. Наш Максим Марченко сегодня рассказывал, что СБУ в Одессе поймали шпиона. По городу организовываются пункты незламности. Как самопроизвольно, то есть бизнес делится своим электричеством, Wi-Fi, интернетом, иногда горячим питьем, теплом, так и под эгидой власти. Вот к последним бывают вопросы. То один удлинитель, и это уже пункт незламности, то удлинитель вообще не работает. В общем, как-то так. В общем, Одесса пытается жить нормально, пытается бороться с теми трудностями, которые создал нам долбанутый северный сосед. Никто прогибаться не собирается. Злость, ожесточенность еще больше усиливается. Все буде Одеса, все буде Україна.